На один день улицу Минаева освободили от машины и предоставили в распоряжение местных фермеров. Торговлю ввели со 197 машин. Не заставили себя ждать и покупатели. Жители любят фермерские продукты за качество и вкус. Овощи, молоко, мясо, рыба. За прилавком чаще всего стоят сами фермеры. Соответственно, и продукция получается дешевле, чем в магазинах. Цены ниже рыночных на 10-15%. Выращиваю мясо, баранину. Реализую в основном на ярмарках. Ну, в связи с пандемией реализации не было, но сейчас налаживается. Среди машин с продовольствием оказался и киоск «Ульяновской правды», где можно было приобрести печатную продукцию издательского дома. Продают также саженцы и рассаду. Не за горами дачный сезон. С тяжелыми сумками пожилым и представительницам прекрасного пола помогают волонтеры. Для этого предусмотрена специальная палатка с тележками. Как донести? У нас волонтеры, которые вам сейчас все это организуют. Вы прям за руку берете, да, с тележкой, волонтер, и он вам это донесет. Есть социальные такси, он вас даже довезут до дома. Прежде чем попасть на прилавок, вся продукция проходит ветеринарный контроль. У продавцов обязательно проверяют наличие ценников, сопроводительные документы на реализацию продукции. Анна Тищенко, УПРАВДА ТВ.